в этом финишном городке, так называемом. Здесь вполне вероятно массажистки, подруги и так далее и тому подобное. Я же, просто продолжая эту тему, скажу о том, что состоялся второй этап летнего женского гран-при, и победу на нем одержала немка, но уже не Ульрике Грайслер, к победам которой, наверное, многие уже привыкли, а ее соотечественница Магдалена Шнур. Второй стала Мелани Файст, Грайслер лишь четвертая. Бронза на счету японки Аюми Ватасе. И пару слов о россиянках. Ирина Тактаева 37-е место, Анастасия Гладышева 40.